Сегодня Ольга Мокшина подобрала для себя очень стильный ансамбль вместе с брючками и туникой «Радуга». Я хочу напомнить вам, что у нас было два цвета – оттенок горчицы и темно-синий цвет. Но сегодня в нашей модной рубрике появились новые яркие краски этого солнечного лета. Давайте познакомимся. 5 цветов на выбор. Ой, потрясающая палитра. Вы знаете, даже на свет глаза разбегаются. Как правильно выбрать свет? Смотрите, какие яркие оттенки. Горчица, встречайте! Стильный принт, абстракция, ну и, конечно же, дорогие друзья, для любителей темного цвета это темно-синий цвет. Именно на фоне темного мы видим с вами яркое сочетание сочной палитры. Ой, как фейерверк, как брызги! Есть изумрудный цвет, вот он сейчас на ваших экранах. Основной тон здесь именно изумрудный. Ну а те, кто предпочитает более классические оттенки и любит черный цвет, но с яркими вкраплениями, забирайте свой черный цвет туники «Радуга». А вот и бордо. Какой насыщенный. Сочный, глубокий бордовый цвет. Вы знаете, на любой вкус и цвет, что называется, бренд Олси сегодня порадовал нас, конечно же, своим качеством изделий и яркими тканями. Но сейчас мы приглашаем вас на показ мод и внимание на подиум. Потрясающее сочетание. Посмотри, как хорошо смотрится с капри. Капри это и удивительно дополняющие тунику «Радуга». Капри Корнелита. На нашей модели Елене блондинки капри красного цвета в сочетании синего цвета туникой «Радуга». Как же здорово, молодежно. Действительно, свет тут освежающий создается. Прекрасно. Образ. Ну, Оленька, еще раз хочу напомнить, что бренд Олси нас всегда радует качеством своих изделий, потрясающими тканями. Это эксклюзивные материалы, которые наши дизайнеры заказывают из Арабских Эмиратов. Это ткань микромасла. Потрясающая шелковистая текстура пользуется сегодня необычайным спросом. Между прочим, не только у дизайнеров и создателей брендов, а у самих женщин. Смотри, Оль, Арина, так же, как и ты, выбирает тунику «Радуга». Угу. Длина туники напоминает укороченное платьишко. И у Арины такой же тип фигуры, как и у тебя. Идеальные песочные часы. Поэтому, милые женщины, вы всегда можете обозначить зону своей талии. Как же смотрится здорово! Бирюзового цвета капри, бирюзового цвета туника «Радуга». И создавайте неподражаемый образ. Сделать заказ очень просто. Набирайте наш номер телефона, звонки все бесплатные. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их нам в прямом эфире, и мы с удовольствием на них ответим. Но самое главное, я хочу рассказать о своих ощущениях. Это так важно, особенно в преддверии жаркого сезона. Лето наступило, и мы должны готовы к зною. Так вот, в этой тунике мне комфортно, мне не жарко. Ничего не сковывает движение, и я могу носить ее как с поясом, так и без пояса. Причем, Оленька, богатство и буйство красок позволяет выбрать пояс любого цвета. Еще раз обращаю внимание на длину. Если у вас небольшой рост, как у наших девочек, туника «Радуга» будет чуть-чуть подлиннее и будет напоминать укороченное платье. Но мы говорим о бренде Олси уже не раз в нашей программе. Если вы только что присоединились к нашему дорожному коллективу сегодня, давайте посмотрим на качество изделий. Уж поистине давайте. Есть куда смотреть. Ты знаешь, Оля, мне очень нравится, насколько грамотно обработана зона горловины. Это косая бейка. Настолько дизайнеры ее красиво оформили, что она напоминает яркое ожерелье. Поэтому, выбирая такие смелые туники с таким сочным принтом, вы можете расслабиться и не выбирать для себя аксессуар. Туника и так уже самодостаточна. Очень нравится мне. Но знаешь, я хотела бы что проверить. Часто в зоне горловины у нас обработка, если не очень качественная, могут трещать нитки, рваться. Посмотрите, как все обработано. Так, я сделала проверку на качество. Я удостоверилась, это высокое качество туники «Радуга». Заказывайте прямо сейчас. Это один из 5 цветов, представленных сегодня. И смотрите, как же сочетается красиво с капри. Забирайте капри вместе с туникой «Радуга». Экономьте! Кстати, сразу хочу напомнить, что после 60-го размера в лекал уже внесены коррективы. Если вы мне сейчас зададите вопрос, как выбрать правильно свой размер, я вам отвечу. Размер в размер. Учитывая свободный крой этой туники, учитывая эластичный материал и то, что он очень легкий и струящийся, вам будет очень комфортно. Не делайте свою фигуру слишком мешковатой. Выбирайте тунику «Радуга» размер в размер. Итак, все просто. Прислушивайтесь к советам нашего стилиста Светланы Воронцовой. Забирайте тунику «Радуга» размер в размер. И что важно, вы в своем городе никого не встретите в такой тунике, потому что партия ограничена. И прекрасная возможность сэкономить 1200 рублей. Слушай, на 1200
200. У нас капри стоит меньше 1000. Вот вам и комплект. Оленька, ну и еще хочется поговорить о микромасле. Вы знаете, на самом деле это не только ткань, которая радует вас красотой принта, приятными тактильными ощущениями, но еще и простотой ухода. Представьте себе, вы отправляетесь в отпуск и берете с собой вещи, которые будут дарить вам свежесть и прохладу. Мягкое, вискозное, шелковистое полотно. Его не нужно гладить, а стирка при температуре 30 градусов. Вот это я люблю. Вот это здорово. Не нужно особенного ухода. И не нужно волноваться. Эта туника ведет себя прекрасно. Даже после стирки остаются яркие краски. И мне приятно сообщить, что она дает еще легкую прохладу в жару. Это тоже здорово.